Так, мы в кабинете у директора школы 43. Элла Инверовна, правильно? Да. Элла Инверовна, вы уже 24 года здесь. Да. Тяжелый путь прошли. Преподавание. Вы преподаете что-нибудь? Сказать, что тяжелый путь, я бы не сказала. Путь у нас как раз-таки, знаете, самый добрый, самый благоприятный, потому что ежедневно работая в школе, общаясь с детьми, мы получаем только-только удовлетворение. Духовное удовлетворение. Не без сложностей, но в целом эта работа, как некоторые говорят, неблагодарная. А я считаю, что она, наоборот, самая благодарная. Потому что за столько лет выпускников все они становятся, знаете, родными. Встречаешься через несколько лет. Ну, кроме доброго, ничего плохого я не вижу. Хорошо, спасибо большое. Пожелайте своим ученикам, бывшим, которые будут смотреть, всего хорошего. Дорогие мои, я многих из вас помню, всех очень люблю, часто вспоминаю. Всем вам желаю самого-самого главного. Это здоровье, успехов, благополучия, чтобы вы достигали всех целей, поставленных перед собой. Большое спасибо. Большое спасибо. Как раньше было... Считалась воспитательная работа. Вот вся она проходит в жизни учащихся вот в этой комнате. Так, это наша столовая. Маленькая, уютная, домашняя. Здравствуйте. Это начальные классы. Здесь обычно, на первом этаже. Или все встать, или все сядьте. Не надо вставать. Этаж. С четвертого этажа открывается хороший вид на улицу. Показал я вам 43-ю школу, как она сейчас выглядит. Там буду заканчивать
съемки. Попробую еще что-нибудь снять интересное.